Так, готовимся к установке ГБЦ, головки, чистим отложение под прокладочку. Вот, тут много чего всяких. Старая прокладка очень крепко прикорела. Вот, поэтому пока все очистим, отдерем, отшкурим, чтобы все плотненько и красиво крепилось. И будем выдружать головочку сюда. Так, остатки старой прокладочки снимаем. Вот тут ржавчинку по бокам убираем. Так. Так. Сейчас очищаем все это дело. Так, ставим прокладочку новую на очищенную поверхность. Так, сейчас будем устанавливать головку. Если я ее один установлю, не знаю. Стой, снимай мотор. Вот такой вот свежесобранный, вот такой вот отполированный головочка. Так, тут одному. Кстати, можешь позвонить. Вот головочка установлена, все стоит на прокладочке. Продолжаем сборочку. С разных ракурсов поставить, потом камеру переставляешь, получается очень, очень хорошо. Так, знаешь, с двух сторон, потом до камеры. Ну что, последние штрихи. Вот уже темно на улице. Ставим свечи. Надеваем провода высоковольтные. Провода здесь все по длине подходят. Перепутать их тут невозможно. В принципе, они все по длине четко. Как всегда, резкость у меня пропала. Даже как-то заводить страшно после полной переборки.